Подмосковные Ватутинки. В этом живописном месте расположен центр олимпийской подготовки спортсменов ЦСКА. Красивая природа, свежий воздух, поэтому нет ничего удивительного в том, что летом сюда приезжают тренироваться ребята из специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва ЦСКА. Во время нашего посещения мы могли понаблюдать за тренировкой юных армейских баскетболистов. У нас каждый день с утра идет техническая подготовка на дриблинг, на обработку мяча, плюс на передачу. Вечером у нас больше идет групповых взаимодействий, командных, и также больше на физику работаем. В принципе, ребята с задачами поставленными справляются. Конечно, есть претензии небольшие где-то по старанию иногда, где-то по выполнению, но в целом более-менее неплохо. Баскетбольные команды специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва ЦСКА постоянно участвуют в самых разных соревнованиях. Результатами совместного труда тренеров и ребят достигаются победы на чемпионатах Москвы, России и Европы. Проводилась большая работа как по набору тренерского персонала, постоянный контроль за тренировочным процессом. Соответственно, из этого постоянно шел набор в школах, идет постоянно. Где-то приглашаем игроков из других либо команд московских, либо команд региональных. И поэтому формируются более-менее неплохие команды, неплохие ребята постоянно составляют друг другу конкуренцию. За счет этого спортивная школа ЦСКА по баскетболу именно за последние 7-8 лет сильно поднялась вверх. Баскетбол – это не только захватывающий вид спорта, это еще и фабрика по производству звезд, имена которых не менее известны, чем имена легендарных футболистов или хоккеистов. Естественно, что у юных баскетболистов тоже есть свои кумиры, на которых они хотят равняться. Фридзон лучший! Андрей Кириллев! ЦСКА! Высокий уровень подготовки, сильные команды, знаменитые воспитанники – все это делает специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва ЦСКА одной из сильнейших среди многочисленных баскетбольных школ России.